Привет, ребята, еще раз из мастерской. Блин, от опилок и от этой пыли древесной голову надо защищать. Вернее, волосы. Голову надо защищать от другого. Ну ладно. У меня заказ для Морошкина Виктора Леонидовича. Попросил сделать западенки томские. Вот процесс сборки покажу. Такие миниатюрные, маленькие такие, 35 длина, ширина 14 на 14 будет. Такие, ну, как бы, вроде как бы и переноска такая небольшая, да, и западок. Отсеки тут по 6,5 сантиметров получилось. Середина 20 на 14 высотой, ну как подсетник, середка. Вот, значит, процесс сборки идет. Изначально я вот эти шарниры уже поставил, чтобы удобнее было загинать вот эти усики там. Так, ну и сейчас вот ставлю боковые все эти реечки, креплю. Немного покажу, как я это делаю. Процесс, конечно, трудоемкий. Все это занимает сначала засверливается отверстие под шуруп. Собираю я на шурупах, потому что гвозди уже пройденный вариант, расшатываются, вылетают и так далее. Потом под головку шурупа, под шляпку, делаем фрезой углубление. Как это называется? Подпатай. Вот. Потом все это дело закручиваем. И дальше место еще убираем заусенцы. И получается вот вот такой аккуратненький соединение, такое аккуратненькое. И шуруп не торчит, и все. А самое главное, не лопается дерево. Если не засверливать, то шуруп, да и гвоздь также может просто-напросто при забивании расколоть деревяшку. Вот. Все это, и вот так с каждым шурупом.
три действия надо сделать. Просверлить. Потом сделать подпатай, поменять сверло на биту, и закрутить, и еще убрать заусенцы от патая. И вот так вот каждый шурупчик делается. Вот таким макаром. Все это, конечно, очень долго, нудно и кропотливо. Но зато красиво. Да, шурупы вот такие, 20 на 1,5. И вот такие получаются изумительные соединения без зазоров каких-либо и так далее. Все ровненько, гладенько, дерево все обработано. Пошкурено. Каждую реечку шлифую, подгоняю, не так, что там через рейсмус прогнал и все. Каждая реечка пошлифована еще наждачкой. Дерево надо любить, тогда и оно вам отплатит тем же. Да и вообще работу свою любить надо, что бы ты ни делал. Все с душой, аккуратненько. Тогда и будет красиво. Насчет, кому-то я делал, говорит, рука не пролазит. Ну вот я сделал расстояние специально больше. Вот, наверное, блин, пыляка эта древесная. Вот я вот так отмечу. Вот моя рука, ширина руки моей. И вот где будет дверца. Специально сделал шире. Кто-то говорит, не могу поймать, развернуть. Вот здесь, в запястье, ну, у меня тоненькое запястье. Вот тут 6 сантиметров от бортика до рейки. Ровно 6. И тут 6. И здесь 6. Рейки сантиметр на сантиметр. Так вот, говорит, не могу развернуть запястье вот здесь, поймать птицу. Ну, блин, как бы, ребят, не можете развернуть. Мы привыкли просто вот так залазить рукой. Переверните руку, ладошку сверху переверните и вот так залезьте.
и птицу вы здесь вот так возьмете снизу, с дна ее поднимете наверх и здесь поймаете, и все, и можно ее достать отсюда свободно, вот держа свободно все. Ну конкретно моя рука пролазит, хотя у меня тоже не маленькая рука, пальцы длинные, единственное, что запястье коротенькое. Ну, на крайняк можно дверцу открыть и перегнать птицу. Так. Вот такие пироги. Теперь крепим сюда. И сюда. Будем вот эти речки. Вот это промежуточная будет еще, и вот здесь для дверцы. Вот так все это дело собирается. Ну как уже все сделаю, соберу до конца, потом уже покажу готовый, настроенный, как насторожка работает и так далее. Ну и по вопросам приобретения таких штук, и не только таких, у меня есть ВКонтакте группа, там все это расписано, описано и так далее. Подсветники, тайники, лучки, западки, клетки там и так далее. Все это там есть. Все найдете. И мои контакты тоже там есть. И WhatsApp, и Telegram, и телефон мой. Все на свете. Поэтому, кому надо, обращайтесь. Ссылочку на саму группу я оставлю под видео в описании. Всем пока!